Я так стар, что во мне одно прошлое. Будущего почти не осталось. Неудобно тебе перед Кузьминым. Нисколько. Нет, нисколько. Ты веселишься даже. Удалить Лазарева – это по тем временам, батька мой, был поступок. Комиссия за комиссией. А я первым выступил против той группы. Они-то не стеснялись. Совесть им не мешала. И ты решил не стесняться. Кузьмин был неотделим от Лазарева. Он был его козырем. Значит, все оправдано. Я спас для науки четырех. И какие блестящие работы они дали. Пожертвовал одним, да. Наверное, арифметика тут не решает. В том-то и дело. Я сейчас могу помочь Кузьмину. А ему это нужно? Но ведь был же какой-то смысл во всех этих давних ошибках. Был. Это ведь были не о грехе жизни, а сама жизнь. Ну, я виноват, но я ведь не сидел сложа руки, не прятался. Я боролся. И ты действительно ни о чем не жалеешь. Вы думаете, отец не знал, что ему грозит, когда он печатал вашу статью? А вы? Я же понимаю, Павлик, что вы стесняетесь вступиться за него. Вы его предаете, а я должна его оправдать. Больше некому восстановить его доброе имя, так что это мой долг. Вот что, Алечка. Только не наступай. Твоей заслуги во всем этом деле нет. Ты доцент, вот и занимайся своей математикой. Льву Ивановичу вся эта возня ни к чему. А мне и тем паче. Это все тебе нужно. Еще бы. Дочь того самого Лазарева. Учителя того самого Кузьмина. Семья потомственных математиков. Вот и вся твоя забота обо мне. Я все думал, чего ты бьешься. А ты за себя хлопочешь. Ой, как вы передернули, Павлик. Как же вам не стыдно? Мне ничего не нужно. Может быть, я преувеличиваю отца. Может быть, но он был несчастен. А я все могу сама. Мы, женщины, теперь сильный пол. И это ведь так, к сожалению, слишком сильный. Да, я тоже помню. Слабый не должен быть добрым. Не похоже на слова страдальца-праведника. Чьи это слова? Наверное, папины. Помнишь, Аля, у вас дома была печь с изразцами. А на ней домики с острой крышей. Не домики, а шатры. А, шатры, шатры. И около каждого солдат на часах. У солдата ружье со штыком. А внизу надпись. Со страхом караули. Как вы мне нравились, Павлик. Вы мне говорили тогда,
Какие слова? Я? Хорош был гусь. Я на математический пошла, чтобы быть с вами. И папа очень этого хотел. Он всегда говорил, что вы очень талантливы, но легкомысленны. Не знаете себе цены. Я вам, Павлик, цену знала и тогда. Павлик, я была уверена. Я была уверена, что вы вернетесь. Что вы вернетесь в науку. И папа думал, что поначалу вы могли бы жить у нас. Что я вижу? Моя законная жена в объятиях другого? Неверная. Кого ты обманываешь? Он твой муж? Да. А тебя что-нибудь не устраивает? Васька Дудка. Прости, пожалуйста, по привычке. Да, Пашенька, да. Меня теперь зовут Herr Professor, месье профессор, не иначе. Ну вот и встретились. Да. А ты, кажется, в 183-м СМУ? Так кажется. А как же это могло случиться? Шли слухи, что ты чуть ли не на замминистра тянешь, и вдруг... Ну, насчет замминистра тебе набрехали, а вот начальник главка был такой вариант моей биографии. Выдвигали. А что, неужели есть 183 монтажных управления? Да. Монтажных управлений много. В общем, так же, как и математиков. Я-то думал, математик – профессия редкая, вроде как дирижер или укротитель. Ты представь себе съезд укротителей. Ну, где их наберешь для съезда? А вот математиков набрали, не пробьешься. Да, это международный симпозиум прикладников. Представители разных школ. И соцстраны, и французы, и итальянцы. Ну, в общем, вся математическая элита. Ишь ты, элита, смотри-ка. Прости, пожалуйста. О, ну, я, наверное, до элиты не дотягиваю, к сожалению. Мог бы заниматься чистой наукой, но посмотри, пожалуйста. Советник. На плечах симпозиумы, совещания, поездки, командировки, развивающиеся страны, ЮНЕСКО. Ну-ка, погоди, не так быстро. Ты в ЮНЕСКО? Да, да, Пашенька, это наука. И еще какая? Слова, слова, а дипломатия... Ну, есть и свои положительные стороны. Мир повидал, французский, английский изучил. Надо же. Я знаю себе цену. Чиновник и все. Не прибедняйся. Да нет, нет, что ты, я не жалуюсь. Я живу хорошо, и, как говорил один мудрый человек, пока ходишь, надо ездить. А ты бываешь за границей? В общем, да. Да. Тут как-то турпоездка в Польшу была. О, Югославия. Сплит. Ну, дворец Диоклетиана, чуть не забыл. Здорово. Вот это, по-моему, правильно. Все в порядке. А ты, небось, да. Ну, язык-то как у тебя? В порядке? Язык? Ну, с языком у меня полный порядок. Ну, там с прорабами требуется говорить один язык, с бригадирами, ну, там другой язык, а с заказчиками третий. Надо же. А ты, небось, и... у тебя, небось, и эти научные труды есть? Да, Пашенька. Монография по преподаванию математики. Надо же. Угу. Я уверен, что интересно живущий человек приносит пользу и обществу. Не хвастайся. Да нет, я вообще... Ах, Корольков, Корольков, воистину говорят, не родись красивым, а родись счастливым. И все-то у тебя в ажуре. Жена прелесть, почет большой. План над тобой не горит, аварий не бывает. Ну, а если и заботы, так то заботы высшего порядка. Не то, что у нас монтажников. Включай, паяй, план давай. Так его свой конек. Во-во. Слушай, Вася, ну, я понимаю, ты человек занятой, но, может, слыхал,
тут одно мое старое открытие на меня свалилось, как снег на голову. Может, ты в курсе? Да, слыхал. То, что Лаптев провалил. Помню, как же. Помню. Ну, благословляю тебя. Дерзай. В молодости у тебя был фальстарт. Теперь тебе никакой Лаптев не помешает. Так-то оно так, только я думаю, а зачем мне все это? Всякому свое мило. А начинать все сызнова пробивать, скучно. Ведь ты мне свое место не отдашь. Это верно. Так, ну хорошо. Ты с корреспондентом договорился? Нет. Ну, конечно. Извините, Павлик. Вообще, я устал. Правда, устал. Теперь это она меня в академию тянет. Да, повезло тебе с твоим открытием. Честное слово. Это же выигрыш в чистом виде. Завидуешь? Почему? У тебя же все есть. Всего добился. Да. Причем без протекции, вот этими руками. Я так всегда считал, что в науке нужна голова, а не эти вот. Послушай, Паша, ей-богу, попридержи язык. От языка все беды. Можете напомнить слова, которыми вы проваживал меня от Лазаревых? Или не надо? Ну что ж, валяй. Что я тебе говорил? Ты жил тогда у Лазаревых, я пришел. А? Ты меня взял при Али, вывел на лестницу, так сказать, за шиворот. Да? Да. Хоть убей, не помню. А я помню. Ты мне тогда посоветовал обучать дефективных детей. Мол, такая математика мне подходит. С чего это? А я не знаю. На тебя так взъелся. Не знаю. Ну как же? С одной стороны принц, с другой стороны девица на выдане. Ах, вот оно что. Да-да, еще ты мне сказал такие слова, что, мол, Вася, не надейся. Положим, я сказал Вася Дудка. Ну, пускай Вася Дудка. Ты мне сказал, чтобы я уходил, мне здесь не обломится, и чтобы я искал что-нибудь попроще. Ну, раз ты говоришь, значит, так и было. По-моему, у нас с тобой состоялось несколько собеседований на эту тему. Да ладно, оставим это. Скажи, ты помнишь мой дипломный проект? Ведь неплохой был. Да просто хороший. Вот именно хороший, но просто. Знаешь, Пашенька, открою тебе одну тайну. Когда-то, когда я еще стоял у подножья пирамиды науки, один неглупый человек, чиновник, между прочим, сказал мне следующее. Слушайте, молодой человек, у вас не хватит сил. Вы до черновой работы. Есть разные витые лестницы, зачем вам лезть на эту пирамиду в лоб? Подумайте. И я подумал. Ну да, там комфорт и прочее. Да, да, но не сразу, нет. Там нужно проявлять свой характер, доказывать. Жизнь тебе на чем хороша? Демократична, понимаешь? Она для трудяг, а не для аристократов. А ты аристократ, да, аристократ. Тебя щелкнули по носу, ты эскиз. В молодости Лаптев тебе дал поддых. Ты свернул с орбиты, потом не прошел министерство. Заюродствовал, монтажники подался. Ну, вот теперь и сиди на своих кабелях. Очень ты быстро скисаешь, дитя удачи.
Бывает, бывает. Но после каждого щелчка я выпрямлялся. Выпрямляется тот, кто не ломается. А! Не все ли равно? Молодость прошла, вот что грустно. Да. Да. Вот ты не повторяй ошибок молодости. Не повторяй. Ты ведь пока еще величина-то, как говорится, мнимая. Двигаться тебе надо осторожно. На первых порах можешь пользоваться мной, как лоцманом. Смотри. Премного благодарен, но стоит ли тратить твое драгоценное время? Да мне и протекция не нужна. Идея моя и без меня проросла. Ее ведь теперь не остановишь, Дудка. Ну, раз у нас зашел такой откровенный разговор, я тебе тоже кое-что скажу. А ты это прими к сведениям. Ведь ты же не борец. Нет. Ты на своих кабелях только сидишь, потому что другого из тебя ничего не получилось. Еще одно. Ты не заметил, что у меня есть характер. Да, конечно, на твоем этом ослепительном фоне я тускнел. Но я всегда добивался цели. Я очень тщательно выбирал ее и добивался. Ты молодец. Молодец, все добиваешься. Если бы ты еще и работал. Ну, знаешь. Ну, извини, это, так сказать, в порядке сдачи. Зря ты меня не воспринимаешь всерьез. Зря. Я, конечно, не академик Лаптев, но... Кстати, о Лаптеве. Ты учти и Али скажи. Лаптева не трогайте. Не надо. Ну, вот это молодец. Вот это правильно. Я никак не могу убедить ее, что Лаптев – это в нашей математике величина, это имя. Но переступить надо свои личные отношения. Уволил он в свое время ее отца на пенсию и все такое, но... М? А что, разве она тебя не слушает? Знаешь, как говорится, в своем отечестве пророка нет. О Лазареве что тебе известно? О Лазареве? Старик кляузы пописывал. Она знает? Нет, что ты. Так. Я пытался уговорить его. Павлик, вам надо дать интервью. О чем? Потом я... Перед микрофоном разговаривать не умею. Кроме того, я для себя еще ничего не решил. Что? Он тут ни при чем. Кокетничаешь ты, Паш. Кокетничаешь. Никто не зарыдает, не оценит твоей скромности. Они нынешние люди деловые. У них не залежится им некогда. Перешагнут и вперед. Вася, Вась, иди там, корреспондент ждет. Начинай пока. Ничего, подождет. Я хочу объяснить этому ЭТРовцу. Пойми, Пашенька, твои монтажные работы, это же... Сейчас центр человеческой деятельности перемещается. Из цеха в институт. Красивая картина. Девятый вал, на нас идет наука. А может, ваш симпозиум решить, как мне кабель к станку присобачить? Пока вы там свои задачки решаете, да по заграницам шастаете. Должен кто-то и железку шабрить. Кто на большее не способен. Ну, правильно. Ты богом отмеченный, а мы черная кость. Хватит. Вася, пожалуйста, прошу тебя. Пойди. Ведь ждешь же корреспондент. Пойди. И скажи, что с Кузьминым, значит. Значит, потом. Скажи что-нибудь. Да. Пашка Кузьмин. Постарел. Опустился. Вы хотите послушать? Что? Хотите? А, да-да, да. Сегодня все науки проходят материализацию. А каково значение симпозиума? Разумеется, возможность общения, обзор достижений, теории регулирования, появление новых работ, новых имен. Как он постарел.
Да, пустился. Заурядный прораб. Это, пожалуй, осталось что-то в повадке, и все. А как стартовал, все в нем было красиво. И куртка суконная с молниями. Да я и кепку-то носил по-кузьмински. Робел. Как я робел. Когда в подъезде у Лазаревых он меня притиснул к холодной стене, ведь я... Ну, вот взять его сейчас на ладонь и вознести, объявить, поставить его перед фактом, а? Ведь сенсация будет. Человек сделал открытие и вдруг ушел в промышленность, в практику. А вот сегодня на конгрессе, когда такое развитие получает его прозорливые идеи, он участвует вместе с нами, Павел Кузьмин, с которым, кстати, мы когда-то вместе учились. Так что, объявить? Такова, как мне кажется, магистральная линия развития современной науки. Вы хотите что-нибудь добавить? Нет. Нет. Счастлива? Не обиделась на меня? За что? За Королькова. Ты не обижайся, он у тебя мужик ничего. Он какой корифей, вымахал. Я подозреваю, что это дело твоих ручек. Вот только докторскую... Мне всегда казалось, что для докторской нужен особый вклад. Вклад был. Да? Да. Потом не равняйте на себя. У вас талант. Аля, это же ваш дом.
Наши обои сохранились. Я думала, что детства нет конца. Тоже чье-то детство кончилось. Здесь мамин портрет висел. Отец мне и за няньку, и за маму был. Он мне чулки штопал. О. Со страхом краулю. Когда вы с севера к нам приехали, вы жили у нас 2 недели. Помните? Вы еще там картошку хранили. Картошку. Вы мне там целовали, Павлик. Скажи, пожалуйста. Это вы помните, Павлик. Мы опять здесь? О, помнишь? Тут подаркой простаивал твой Дудка. Ждал тебя. И дождался. По крайней мере, проявил характер. Своего добился. Вот что значит любовь? Нет. Любви не было, был расчет. Но он же любил тебя. Он, да. А ты? А я? Мне не до любви было, да и глупо было как-то ждать любимого. Кем я была? Он мне сделал предложение, когда я жила в Москве. Была учительница, 85 рублей в месяц. Жила в одной комнате с больной теткой. Чего было ждать? А Корольков стоял под твоими окнами? Или же в Москве он уже не стоял? В Москве у меня под окнами был склад, и дымили грузовики. Красиво.
Давно я не была в Ленинграде. Чужое сердце, мир чужой, и нет к нему пути. Него и любящей душой не можем мы пойти. Помните, вы читали эти стихи? Я? Да. Я знал эти стихи. Знали? Да ты что? Как обидно. Почему у нас не получилось? А жизнь могла быть другой у нас обоих. Что вам мешает, Павлик? Ничего не мешает. Но что-то вас останавливает? Слишком мало я сделал. А потом это было очень давно. В общем, подумать надо. Павлик, думать некогда. Просто некогда. Завтра вечернее заседание. Надо же подготовиться. Решать надо сейчас. Ну, Павлик, ну что вы? Ну, куда денется от вас ваше монтажное управление? Ну, в конце концов, вы можете туда вернуться. Этот хомут никуда не денется. Анечка, почему ты с твоим ученым супругом так высокомерно относитесь к моей работе? Вы можете со мной разговаривать без примитивного мужского самолюбия. Вас никто не посмеет осуждать, что вы бросили свое дело, что вы сбежали. Просто вы возвращаетесь к своему призванию. Ты же меня ни разу не спросила, что я делаю, чем живу. Да, не спросила, потому что все это был компромисс. Вам располагалось совсем другое, как-то не грустно. А занимались-то вы не тем? Ну почему же не тем? С чего ты решила? Знаю, лучше других знаю. Вам достался Божий дар, а вы его отвергли и не поверили в себя. Но для того и существует зрелость, чтобы исправлять ошибки юности. Такси? Зачем такси? Куда? Поехали. Куда вы, Павлик? Садись. Зачем? Поехали, поехали. Ух-ху-ху-ху. Вы здесь работаете? И что? Ой, я-то думала. Ну, правильно ты думала, проклятая работа. И за этим вы меня сюда тащили, Павлик? Конечно, нет. Совсем наоборот. Давай-ка руку. Пошли. Видишь, какую махину смонтировали? А ты говоришь,
что твой симпозиум. И ведь это не один. Еще 2-3 ГЭС. Погоди-ка, товарищ. И еще всякой всячины. А вы, собственно, к кому? Да вот показываю свое творение. В каком смысле ваше? А когда-то мы все это хозяйство монтировали. Ах, вот что. Значит, это вы. Намаялись мы с вашим приводом. А привод не наш. А щитки, а сигнализация? Торопитесь. А мы вдвое больше после вас работаем. Вам лишь бы сдать. Досрочно. А зачем досрочно? Зачем? Качества нет, но зато быстро делаете. Ушли, отрапортовали, а мы тыркаемся, понимаете? Лучше уж в срок все выполнять. Качественно. Извините, конечно. Наболело? Ну ладно, разошел. А в общем-то мы наладили. До свидания. Я-то думала. Похвастался. Вообще-то он прав. Собачья работа. Монтажникам достается ото всех. Мы ж последняя инстанция. Вот на нас все шишки и сыпятся. И от строителей, и за аппаратуру, и план нас жмет. Все. Неблагодарные. Им до вас и дела нет. Вы безымянный. А в науке вы Кузьмин. Там уравнение Кузьмина. Значит, по-твоему, судьба дает мне возможность исправиться. А я, неразумный, колеблюсь. А если я ни о чем не жалею? Если я люблю дело делать? Понимаешь, дело. На стройплощадке твоему Королькову выдвинуться было бы ой нелегко. Максимум получал бы 130. Поэтому и не пойдет, зачем ему пачкаться? Между прочим, Корольков, когда лаборантом работал, получал 90 рублей. На этой ставке ребята с университетским образованием сидят не год и не два. Уж кого-кого. А ученых корысти упрекать грех. Наши головы не выходных, ни отпусков не имеют. Любому предложи, двое больше, зарабатывать мастером или начальником. Да кем угодно, не пойдет, ведь откажется. Понятно, у нас ведь план. Грязь, нехорошие слова говорят. А у вас меньше платят, но зато чистота. Работайте на себя, на свое имя. Неохота работать, волыните. Вдохновения нет. Пойди проверь. Несете какую-то обывательщину. Ученых бронить легко, только не вам бы это делать. На производстве, к твоему сведению, тоже существуют интеллигенты. Только для вас рядовой инженер — это черная кость. Что касается грязи, то, к вашему сведению, вот этими самыми ручками я каждый год вкалываю на стройке. Всем институтам так заводу помогаем, что вашим монтерам на год хватит. Да-да, и кандидаты, и доценты, и лауреаты. Работаем, не с карандашом, не гнушаемся. Надо так надо, и не ноем. У нас бездельников, кстати, не больше, чем у вас. Аля, ну глупо же друг друга хаять. Не я начинала? Ладно, что вам наговорил Корольков? Из-за чего вы закусили у дела? Сказал совершенно точно. Сказал то, о чем не принято говорить. Но все думают, ни на что другое не способен. А вы обиделись? Я? Нисколько. Я-то способен. На что же обижаться? Ты не так поняла. Я, между прочим, как монтажник, куда больше, чем доктор наук. Я, может, членкор. Если бы ты видела капусту, которую я вырастил, ты бы меня не уговаривала. Капусту? Какую капусту? Так ответил Диоклетиан, бывший римский император, когда римские цезари уговаривали его вернуться к власти. Он повел их на огород и показал им выращенную им капусту. И они ничего не поняли, как ты сейчас. Они просто не могли понять, что существует большее, чем власть императора. Презрение к власти. Вот такие пирожки.
Все пижонство, все слова. Римский император, нет, не верю. Вы придете завтра на заседание? Подумаю. Вы что, окончательно простили Лаптева? Я даже поблагодарил его. Думаю, что так будет лучше. Кому лучше? Всем нам, всем. И тебе тоже. С демонами прошлого надо обращаться осторожно. Я твой по-прежнему. Тебя люблю я вновь. И без надежд, без желаний. Что же дальше? Что же дальше? Чего ты, собственно говоря, ревешь? Не реву. Я бы тоже могла уехать с Заполярья. С ним. Могла бы работать учительницей. Да, учительницей. Он бы приходил с работы усталый. От него пахло бы железом и изоляцией. Вон чего тебе не хватает. Ты могла бы все бросить? Я все могу. Ты так говоришь, потому что знаешь, что все останется, как было. Ты не бросишь своей привычной жизни, привычного комфорта. Да и Кузьмин тоже. Ничего привычного бросить не в состоянии. Вы оба приговорены. Упустил. Упустил меня тогда. Сейчас увидел и затасковал. Признавать поражение кому хочется. Вот и уперся в свое самолюбие. И опять все потерял. Господи, как приятно иногда быть слабой. Надоело быть сильной, добиваться, побеждать, жить в будущем. Существует же еще и настоящее. Да. Слишком поздно. Слишком поздно, чтобы быть несчастной.
Так вот и живем, дружище император. Monsieur Kurakov, quand je suis venu ici à Leningrad, ça m'a plu beaucoup. Vous savez, la ville est très jolie. Oui, oui, oui. Et surtout quand on nous a raconté là. Je suis à ça. Oui. Mais quand même. Валентина Львовна, осчастливьте. Я ищу мужа. Ну, зачем вам муж? Муж — это пройденный этап. Мы вас не отпустим. Прошу, прошу, пожалуйста. Прошу, садитесь. Вот сюда. Можно здесь. Ну что? Отказался. Ну и дурак. Даму прошу быть хозяйкой. Садитесь. Прошу. А ну, мы должны поздравить нашего дорогого друга Нурматова с успехом. Спасибо. Это значит, твоя работа. Способный парень. Но что меня связывает с тобой? Ничего, кроме фамилии. Это ты в твои лучшие годы. Брось. Столько на мне наросло. Не наросло, а налипло. Сбрось, сбрось. Начни другую жизнь, смени работу. Сменить, изменить. А вот прораб считает тебя рвачом, Голубев. Да? А где он был тогда? Когда мобилизнули нас на Урале? Если б ему рассказать про тот гололед. Если бы им это рассказать. Но беда в том, что словами этого не передашь. Такое пережить надо. И даже не пережить, а прожить вместе. Да. Тогда и через годы, как вспомнишь, теплеет в груди. А ты бы показал им фотографии, которые мы с вертолета снимали. Там хорошо видно, как стальные опоры скручивало, как проволочные игрушки, одну за другой. Города стали без света. Вышло из строя отопление. Сколько мы тогда вкалывали? За неделю полторы. Нас командировали монтировать химзавод. Ну, а потом мобилизнули. И не ныли.
и все позабыли, когда напряжение дали. Где она? Ой, как предательски схожи эти слова. Что же со станком-то все-таки делать? Я тоже хочу поздравить господин Нурматов с успехом. С успехом. Он сделал очень красивую работу. Очень красивая работа. Спасибо. Это действительно красивая работа, имеет свою историю. Я бы сказал, очень своеобразную. Я бы хотел сказать в общем, многое можно бы сказать по этому поводу, но что хочется отметить? Это своего рода успех нашего молодого коллеги. Успех вполне заслуженный. Спасибо. Поздравляю тебя, Нурматов, от души. Добыть одна наука, прожить другая. Пользуйся мной, как лоцманом. Еще раз спасибо, Василий Васильевич. Да, Нурматов молодец. Теперь-то у него пойдет покатиться. Мсье Ришар говорил сегодня мне, что у них ученых ценят по количеству печатных работ. Подобные критерии учености иногда и у нас используются. Талант не поддается количественной оценке. А вы как думаете, мадам? Это критерии учености, а не науки. Рядом с наукой растет ее тень, научность. О, браво! Пожалуйста. Ну, да. Вот вы, Нурматов, вы узбек. Вы грузин. Я вас понимаю, вот. И вас понимаю. И всех вас через математик. А вот женщин я понять не могу. Саплифор. Это выше математик. А вы знаете про Диоклетиана и капусту? Диоклетиана? Да, римский император. Он отказался от власти и занялся сельским хозяйством. Причем, извините, слава. Власть. Друг бросил все. Да-да. И стал разводить капусту. По-моему, очень мужской поступок. Вы не находите, Нурматов?
Да. Случай редкий и непонятный. Что он хотел этим сказать? А может быть, ничего не хотел. Не озадачивать. Не получать взамен. Ну где же тот Павлик? Где же я? Я не тот. Все мы стали другими. Твой Корольков, старик Лаптев. Мы не хуже, не лучше. Просто мы стали другими. И это произошло незаметно. Неужели ты не понимаешь? Почему же? Я все понимаю. Это не вы, Павлик, стали другим. Это я вас принимала за другого. Вы оказались меньше своего таланта. Не тому было отпущено. Вы доказали, что талант – это излишество, ненужный отросток. Что же, все правильно? За малым исключением. Ваше будущее осталось позади. Но это мелочь. Вместо будущего у вас перспективный план по капусте. Не надо делать такое лицо. Правда, не надо. Вы переключите вашу злость на производственные показатели. Что, по-твоему, выше, жизнь или судьба? Жизнь выше.